который ты выбрала. А давайте каждый выберет себе по амулетику. Просто раньше было столько народу, понимаешь, что здесь прям поток был. Записывались заранее. Сейчас здесь вот, поверь, не так много народу. Маня! Маня! Мы приехали к маяку, мы здесь были в том году. Ну, мы предполагаем, что это маяк. В общем, в том году мы приезжали сюда и видели такую достаточно крупную змею. Ну, конечно же, за всем миром ты не уберешь. Но, ребят, давайте искренне, что мешает вам подобрать за собой мусор или с другим мусор? Я думаю, ничего. Кеша! Кеша! Облаял корову. Защитник народов русских. Антон, идем смотреть родник. Ну вот я тоже так думаю. Мне уже жалко было бы ярлик, обязательно должен был бы перекрыть нас. Что у вас тут рассказываете? Опа! Что с вами осторожнее, а то превратится отдых в распухшем табло. Вот так вот бывает. 100 рублей за что? За природу? A few moments later. Облезаю, вот хожу. Хорошо, что в тенечке пойдем. Смотрите на мое лицо. А? Как она такая? Привал. Офигенная скамья. Ух, какая хорошая. Присаживайтесь, снять. Прошли 200 метров и все. И сели. А кому-то показывают вот с высоты самолетного полета. Нашли крутое место, сейчас полезем. Смотрите, а там, кажется, проход тоже. Похоже на окна. Так, тут как бы вот есть ступеньки, кстати. Где-то, чтобы окно залезать. Но мы-то обойдем, наверное. Как, ты уже там вход удал? Наверное, не знаю. Я думаю, обойдем. Обойдем? Немножко сипу. Там, наверное, можно было подлезть, зацепиться, я боюсь. Я лучше, наверное, обойду. Белые рубашки. Нет, тут чисто ваш вход, вот комната. Сейчас можешь? Это нужно залезать здесь, да? Давай. Ну как? Офигеть, я в пещере, ребята. Я не полезу. Мне кажется, я просто не смогу. Вот лазит Машка, вот моя нога, и тут более-менее... Ногу на вас. Какую ногу у меня? Я попробую залезть с другой стороны. Короче, перелез через расщелину, вот сзади меня Машка стоит. Проверяли, можно ли залезть вот там вот, но там залезть нельзя. Сзади меня вон там пропасть. Впереди меня тоже пропасть. Ветер, когда дует, очень стрёмно, очень стрёмно. Там, кстати, тоже проход видно. Какой ветер сейчас? Кошмар. Это все задувает туда. Такие две скалы соединяются. Никакой храбрости. Мне, конечно, стремновато тут и ущелье, там можно свалиться, и камни, и ветер дует. Да, мазки сверху. Очень красиво, но очень стрёмно. Мы как обычно не подготовлены в этом плане. Ну, хотя бы кроссовки есть, слава богу. Можно руками зацепиться. Ну, очень страшно. Руки, я тебя снимаю. Ты меня удержишь точно? Да, удержу, давай. Я руку Сама не снялась, пришлось снимать. Зацепиться нечему, у меня кроссовки, например, скользят. Гуси вообще не горные существа. Тут, кстати, тоже сейчас приключение. Помнишь, мы сюда еле залезли? Может, там попробовать? Нет, мне кажется, это еще более небезопасно. А вон там еще окна. Как они туда попадают, непонятно. Ты как-то упал уже, вот. Для человека. Человек в нормальном положении сейчас. Не, вне нормального положения. Я практически на руках сейчас держу свой. Че, спасать? Так, держаться действительно не за что вообще. Ни одного выступа нет нормально. Ну, конечно, тебе кроссовки, мне кажется, получше у меня.
карри. Ох, не моей мечты. Так, пока Люси не рисует. Это не шиповник, стой. Красная ягода с кошечкой. Типа... дикой вишни? Нет. Не, она кисленькая. Она кисленькая, похожа на кислую ягоду. Что это, я не знаю, правда. Антон, Антон, ящерица! Где? Вон он, где. Похоже на ступеньки, возможно. Наверное, их где-то специально делали, чтобы люди цеплялись, либо чтобы ходили. Зимой бабушки не подскальзывались. Вообще, нахрена здесь ступеньки, здесь почти ровно. Но... вот, я стою тут ровно все. Ты знаешь? Ты стоишь ровно. А тут ступеньки? Да не. Если польет дождь, и тут будет скользко, или снег, ты отсюда покатишься, как орешек. Ну что, чтобы бабушки не скользили. Могли бы им дать просто вот зацепы, как сейчас нашим современным бабушкам выдают в Собесе. Могли бы что-нибудь придумать такое. Пещерные люди, ну что? Город выдолбили в скалах, а этот не сделан. Бабки-то подсказывают скользко. Вот, мы переезжаем с Антоном сюда. Все есть для жизни, в принципе. Воды нет. Вода есть! Вот подъем наверх пошли. Думаешь, поднимемся? Обязательно надо попробовать. Один раз живем, Маш. Там. Ах, твои волки. За мной, плотва. Добрый вечер. Можно с тобой гости? Так. Понятно, ванна. Да, купалище. Купание будет стоять. Ой, Маш, куда дарится. Так, это VIP лаунж с видом. Пошли. Наверное, проход на главную палубу. Не, посмотри, главный балкон с океаном здесь, нет? Вот сюда уходит. Пойдем? Пойдем. Тут, между прочим, джакузи. Эге-ге! Ууу! Че, ты знаешь? Эй! Вот, чтобы выжить, ты будешь совершенствовать. То есть открывать новые навыки. То есть по новой, как это делать. Все, поболтали, пошли дальше гулять. Вот тут проходик какой-то. Там был дом котика. Там мы были, значит, там девчонки все гуляют. Народу много, ну, так, нормально. Лучше, чем в этом. Чик-мик-мир-ми. Бахчисарай. Ну, посмотри, выдолбить камни что-то и использовать это предназначение, в принципе. Сколько мы можем. Ну, вот они сделать. Ушли отсюда, все. Потом поехали Бутово строить. Марина, утомились по жаре немножко. Нашли домик для уединения. Когда-то в этих домах жили последние свободные люди на земле. Что заставило этих людей бежать от всех остальных, от человечества и делать все вот эти вот штуки? Они, наверное, здесь жили и думали, мир пошел по пи***е. Мы последние выжившие. И в итоге и они были убиты. Почему не стоит заводить детей? Мальчик, пожалуйста, смени пластину. Невозможно. Вот игра будет. Вот просыпаешься с таким видом. И такой, типа, ну не, надо отсюда уходить. Плохое место. Ты не думал, что люди ушли с гор, потому что какой-нибудь такой мальчик пришел, начал пить свою сраную пить? Точно, somebody won. Почему эта дорога выглядит так, как будто по ней ездили, действительно? Тогда три колеи почему-то. Ну, клево какое продолжается. Четыре, да. Это больше. Нет, это поближе к вам подъедете? Нет, поближе, куда еще поближе. Вперед. Не пугай только, если он тут денег, да? Хорошо. Видел ты, да? Да, хорошо. Антон, потом мне скинешь, ага. Обязательно. Кайфует. А ребят твои остались на берегу стоять. Отдыхаешь, а ты соски устали, наверное, да? Офигеть. Ага, здесь есть? Да.
Как думаешь, Антон? Слушаешь? Вот этот надо брать. Да? Мы просто посравним, лучше, чем вчерашний? Или... Да, смотри, ты сегодня выбираешь, мы молчали. Дал Антону задание выбрать арбуз. Это вы меня угощаете, да? Ну, спасибо, прелесть. Меня угостили. Всем вкусно. Конечно. Дал меня угостили. Ну, это что, персик такой? Ну, он кислый, ты не любишь такое. Да, Антон, задание выбрать арбуз. Сегодня проверим, насколько он хороший был. Оливка. Ты оливку видела? Оливка это что? А, это тоже арбуз, что ли? Да, это оливка. А, фиг, я такой не видел, кулачок. Вот она, оливка. Я же говорю, уже знаю 24 вида арбуза. Слушайте, ну это я прям не смотрю. Мне кажется, тот самый вкусный. Офигеть. А эти уже такие экзотики всякие. Ну не знаю, экзотик, они как сладкие желтые, кстати. Да, это, видишь? Сладкие. Это яйцо бога, блядь. Яйцо бога, шикарно. Я только вчера узнал, что это дыня. Какой-то трэш происходит.